Дима, вот тут новую дачу отбирают. Кто отбирает? Ты что, дурак? Папочка, вот тут новую дачу отбирают. И правильно отбирают. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться. Ну, почему он жулик? Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк? Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Помолчи, папочка. А, испугались. Вот дам тебе просто-таки коленом и вылетишь с моего участка. Мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Ну, что такое коленом? Ну, зачем? А чего ты задаешь, зять? Ты кто такой есть? Это моя дача. Не ссорьтесь, умоляю вас, рабочие услышат. Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. А ты это докажи. Да перестаньте же, ну. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Все, все, не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. Почему? Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему бы... Я человек с высшим образованием должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться. Почему я не могу жить свободно, открыто? Ой, когда все это кончится? Никогда. А что ты вообще имеешь в виду? Ты знаешь, что я могу просто-напросто за это с тобой сделать? Я знаю. Знаю. А, боится. Пожалею его, папочка. Этот тип всегда должен помнить, кто я такой есть. А он рядовой, жулик. Семен Васильевич. Все-таки надо тебе дать коленом. Надо. Надо!